На автосалоне в Мюнхене компания Opel показала Corsa Electric 2024 года, который, возможно, не является самым интересным электромобилем в этом году. Но при этом в ней все же есть много чего, что понравится потенциальным клиентам. Например, немецкие дизайнеры основательно обновили модель. Хэтчбэк сохранил свой стиль, но теперь он смотрится гораздо более современно. В передней части новой Corsa установили черную панель визор вместо решетки радиатора, которую можно дополнить более совершенными светодиодными фарами IntelliLux с использованием матричной технологии. А на корме можно выделить небольшие фонари с темными стеклами. Что касается технической части, то электрическая Corsa питается от батареи емкостью 50 или 54 кВт-часа. Версия начального уровня оснащена одним электродвигателем с отдачей 134 лошадиные силы и меньшей батареей, что обеспечивает запас хода в 357 км. Однако для тех, кому нужен немного больший запас хода, могут выбрать версию с аккумулятором на 54 кВт-часа, который работает с электромотором мощностью 154 лошадиные силы. Такая модификация способна проехать до 406 км без подзарядки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!